А теперь я спою вам песню из фильма, ради которого я нахожусь здесь, в Югославии. Фильм этот называется «Окованные шоферы». Это совместное производство Мосфильма и киностудии «Титоград Фильм». В этом фильме я играю одну из центральных ролей, именно шофера, который прикован цепью к металлической плите в машине. Действие фильма происходит в 1944 году, значит, материал военный, но идея фильма очень современная, это идея мирного сосуществования, если так можно сказать. В тиши перевала, где скалы ветрам не помеха, помеха на тропах таких, на какие никто не проник, никто не проник. Жило-поживало веселое горное, горное эхо. Охотно оно отзывалось на смех или крик. Когда одиночество комом подкатит под горло, издавленный крик еле слышно в обрыв упадет, крик этот о помощи эхо подхватит, подхватит проворно, усилит и бережно в руки своих донесет. Должно быть, не люди, напившись дурмана и зелья, чтоб не был услышан никем злобный топот и храп, пришли умертвить, обеззвучить живое, живое ущелье, и эхо связали, и в рот ему сунули кляп. Всю ночь продолжалась кровавая эта потеха, потеха. И эхо топтали, но звука никто не слыхал, никто не слыхал. К утру расстреляли веселое горное, горное эхо. И брызнули слезы, как камни из раненых скал. И брызнули слезы, как камни из раненых скал.